Открытое первенство с оружием в руках. В Невском районе прошли соревнования по кобудо. Если карате в переводе с японского «пустая рука», то кобудо означает «старинный воинский путь». Открытое первенство Невского по владению холодным оружием в традиционном японском понимании прошло в 341-й школе района. Спортивный манеж собрал как начинающих ребят, так и призеров-международников. Показать себя здесь мог любой мастер. Инструкторы говорят, что с оружием работать гораздо сложнее, чем с собственным телом. Инструментов в арсенале японского воина было множество. Один из них – кама с острова Окинава. Вот раньше ими резали рис, когда снимали осел. А потом перешло в разряд оружия. Кобудо – это официальный вид спорта. Он зарегистрирован в Министерстве спорта и туризма. То есть все, ну, кама, нунчаку, шесты, инструкторам могут это носить. Ну, не в открытом виде, естественно, чтобы людей не шокировать. Да и без разрешительных документов с таким инвентарем людям в погонах на глаза лучше не попадаться. Согласно Уголовному кодексу, это настоящее холодное оружие. На выступлениях оно должно быть без заточки, либо заменено демонстрационной версией. Это ката, мы показываем определенные приемы и создавая иллюзию сражения с соперником. А вот эта штука, как она называется? Это бо, это балка. Она должна быть немного выше человека. Эта палка способна сразить соперника на дальнем расстоянии. Есть ли практический смысл в кобудо? На это его последователи отвечают, что постоять за себя смогут с любым предметом в руках. Но все же больше ими движет любовь к традициям и истории. Правда, с годами эта страсть угасает. Ну, сейчас, скажем так, детский бум восточных единоборств. Взрослые меньше занимаются. К сожалению, массовая культура, пиво, сигареты, они очень действуют на детей, которым 14 лет и старше. То есть дети занимаются до 14, до 15 лет и потом постепенно уходят, к сожалению, большому. Мы пытаемся всячески удержать, конечно, их. Летние спортивные лагеря и дружба со спецназом «Тайфун» – вот лишь немногие из дополнительных программ. Что касается ближайших выступлений, в апреле Невский район Петербурга на ежегодном чемпионате примет последователей кобудо со всего северо-запада России.